Рабочих, задействованных в строительстве новой платной автодороги, решили использовать как бесплатную рабочую силу. И они объявили забастовку. Это подсобные рабочие, которые обеспечивают поставку щебня на строительство новой трассы Москва-Казань. Ее участок как раз будет проходить рядом с Арзамасом, и они разгружали вагоны в Арзамасе. Деньги им вдруг перестали выплачивать, и они, соответственно, перестали работать. Все бастуют, да? Все бастуют. А, вот, а вы водитель, да? Да, Воцкоман. Воцкоман. А вам деньги платили хоть раз? Нет. Ну, я смотрю, тут вся стройка бастует, короче, да? Походу, да. Вот мужики все стоят, вся стройка бастует, не работают, деньги не платят. Сначала, поначалу деньги отдавал. Сейчас какие-то заморозки, отморозки. Хотя говорил, что будет каждый день рассчитываться с пацанами. Здорово, Жень! Бастуем! Не платил бабки? Понятно. Там экскаваторщики приезжают с районов, с Арзамаса. Работают день-два, их кидают. Говорят, не работать вы не умеете, мы вам платить не будем. Стояли все камазисты, экскаваторщики. Сразу же говорил вот бригадиру своему, говорил то, что я говорю, пока мне денег не заплатят, я говорю, я на работу вообще выходить не буду. Я вот работал, он мне не заплатил. Ты, говорит, не работал. Вообще не работал. Москва-Казань трассу строит, федеральную вот платную дорогу. Участок дороги, да. Мы вставляем туда этот шлак. От нас зависит. То, что приходят вагоны, мы их почищаем, они уходят пустые, приходят полные. Мы работали на начальника на этом, на Автандил Николаевич. Я ему сначала, то есть, показал это видео, егошний, ну, бухгалтерша. Он говорит, не выкладывай, не показывай это. Вот, а мы выложили, потому что, чтобы ему был намеком, потому что, ну как же, люди работают, а им не платят деньги. Потом ко мне подошел и начал орать, ну вот я с пацанами подъехал, они все слышали, то что... Угрозы. Угрозы, то есть такие были угрозы, то есть, ну, мне прям не по себе стало, если честно, я даже сейчас нервничаю, то есть, тебе, говорит, не жить, ты у меня, говорит, не первый такой, ты будешь на костылях, говорит, ходить инвалидом. Здравствуйте! Автандин Николаевич, видели, наверное, видео, Даш, как можете прокомментировать? Я не хочу разговаривать. Почему? А деньги-то выплачиваете будете мне или как? Николаевич, ну объясни. Скажите, почему вы угрожаете? От ответа ушел. Ушел от ответа и все. В компании «Автодор», которая и строит эту платную автодорогу, нам сообщили, что все происходящее на строительстве самой дороги никак не отразится. И все это отношение мелких субподрядчиков, в которые они не вмешиваются. Вмешаться обещают арзамасские власти. Стороны работодателя нечто совершенно недопустимо, вот, и здесь необходимо принимать и меры реагирования. Значит, необходимость вмешивания, если администрация будет при поступлении к нам обращений, мы будем реагировать. Кстати, кроме администрации, рабочие намерены обращаться также и в прокуратуру, но, учитывая тот факт, что они работали без оформления документов, просто на честном слове, доказать что-либо им будет крайне сложно.